Москва. В серебряном уборе зимнего утра Красная площадь. В дни новогодних каникул юные москвичи были приглашены в Кремль на елку. По дороге в Кремлевский дворец школьники осматривали памятники русской старины. Царь-пушку и царь-колокол. Перед детьми гостеприимно распахнулись двери всех кремлевских дворцов. Школьники побывали в древней резиденции московских царей, в Теремном дворце. Здесь они увидели тронную палату. Посетили грановитую палату. Ее стены искусно расписаны руками палевских крестьян. Осматривали царские покои, превращенные после Октябрьской революции в музей. Побывали в знаменитой оружейной палате, где хранится богатейшее собрание исторических ценностей. Но самое интересное ожидало маленьких гостей Большого Кремлевского дворца в Георгиевском зале, куда ведет широкая лестница из белого мрамора. Вот он, Георгиевский зал. Сказочные витязи торжественно внесли знамена 16 союзных республик. Веселой гурьбой высыпали шуты скоморохи. А вот и главный распорядитель праздника Дед Мороз со Снегурочкой. И еще целая свита. Все знакомые герои любимых сказок. Здравствуйте, ребята! С Новым годом, родные мои! Дедушка, а как же мы елку зажигать будем, а? А вот уж и не знаю. Стар я стал. Не дотянуть, пожалуй. Надо кого-нибудь попросить, чтоб пособил. Кому же это поручить елку зажечь, а? Снегурочки ради! Ну, на тебе посох и зажигай в добрый час нашу елку. И красавая гори! Елку! И начался новогодний бал.
концерты у елки выступали лучшие артисты столицы. Отрывок из балета «Спящая красавица» в постановке Большого театра Союза СССР. Русский танец исполнил государственный ансамбль народного танца СССР. Откуда-то появились два задорных борца. Интересно, чья возьмем? И вот неожиданный результат. Концерт продолжался. Украинский гопак. Партерные акробаты братья Фоменко и Белов. Китайский танец с лентами. Много залов и палат в Большом Кремлевском дворце. И повсюду здесь царило новогоднее веселье. Неожиданная встреча на елке. Да ведь это герои детского фильма «Чук и Гек». Важное сообщение. Мама, я звоню из Кремля. У самой елки пустились в пляс малыши. Ростом невелик, а танцор важнее. Заслуженный драма. Тысяч школьников побывали в дни каникул на елке в Московском Кремле. Чудесный это был праздник. Он запомнится ребятами на всю жизнь.